Всем привет, уважаемые! С вами любопытный Иичи. Да, вот он прыгает. Добрый день, дорогие друзья. А и мы продолжаем проходить Borderlands 2. У нас тут миссия на внимательность в кислотных пещерах. Точнее, в едких. Нам потребуется найти сокровища пиратские. Ну, или бандитские, как правильно тут сказать. Следуя подсказкам. Скорее всего, бандитские. А у нас тут нет маркеров, поэтому мы будем страшно тупить. Я надеюсь. Или не надеюсь. Блин, тут каких-то опять насекомых понарисовалось опять. О, старые добрые друзья. Блин. Что мне мешает? И докончай уже, эй. Чего? Слышь, нюх местные потеряли. Совсем уже. Слушай, они тебя любят, прям бегают за тобой. Да не говори. Я тут вон стрелять пытаюсь в этих круглых. Трех ножек. Понятно. Одного уже грохнул. Отлично. Я думаю, что это ему поплохило. Попадаю, когда 11 тысяч выносит. Блин, я хотел его в рукопашную замочить. Да нафиг, он меня любить хотел. Что я? Ох, нифига, пол жизни сразу. У меня вынес. Да, плотный. Блин. Хорошо вот из этой пушки из моей стрелять по задним ногам у него. Она по площади урон дает. Так что ему по-любому критический урон. Ты чё это? Ты чего да это? Уж. Так он мне прямым попал. Два раза, короче, попал, и всё, не хватило. Да блин. Чё с тобой случилось? Да меня отталкивают от тебя эти. Меня отталкивают. Его. Стреляй, стреляй в кокон стреляй. Да блин. Так, ну все, я восстановился. Взрывная волна, окей. Чуть-чуть что-то не рассчитал, меня тут же ляпнули так нехило. Дети, ладно, у нас с тобой счеты. Замочил его уже, да? Да-да, там оставалось немножко. Я не успел в последнюю ножку попасть ему. Поэтому и как бы торопился, из-за этого и поплатился. Так. За это. Значит, у нас есть подсказки. Под залитыми кислотой рельсами, в складе на берегу, в тени землекопа и внутри кровавого шестого даля. Надеюсь, даль имеется в виду не словарь. Я сомневаюсь, что даль орфографический словарь свой тут собирал. Я ж, насколько помню, он ездил по стране, разные слова собирал. Нет, ну я думаю, здесь его могли бы научить паре ласков. Не говори. Ох, какой толстун. Я что-то, они вместе там торчат, я уже потерялся, кто из них там полуживой, кто нет. Так, все. Ты, наверное, убил его. Да. Хотя я по нему тушки святой стрелял. Так, чувствую я. Нежелатели рядом. Блин, он так пуляется во все стороны. Казалось бы, так быстро бегаешь, все равно не успеваешь от них удрать. Ох ты! Поймал я. Еще раз попал, блин. Так, что это такое? Кажется, он умер. Неплохая, в принципе, гранатка, но у меня лучше. Где же рельсы? Скорее мертв, чем жив. Ага, слушай, во! Точно где-то здесь, под залитыми кислотой рельсами. Вот рельсы. Идут вот эти столбы. Это же да. Рельсовая дорога. То есть где-то здесь. Пошли. О, да ты эй, кончай, любитель кончай. Водных процедур, кончай. Как я погляжу. Да не говори, блин, не мог вообще не понимать, между прочим. А чё, я знаю, я помню, я купался сколько в этих... озерах. Офигеть, что-нибудь.
Боржи так. Такие. Ух ты! Ты чё подкрался-то, а? Летун какой-то меня пришпилить решил. Ну-ка, опа, опа, и хватит. Все, умер. Да. Окей, супер. Блин, это напряжная тема. Так. Главное в эти зеленые кактусы не стрелять, иначе жопа будет. А я регулярно стреляю. И поэтому жопа регулярно наступает, да? Где? Так, ну где же? Где может быть нычка? А, ай, блин. Как у меня бьют. Ну вот ты. Ну здрасте, здрасте. Хватит. Прыгался. Ух ты. Блин, кто-то, сзади кто-то появился. Да нет, да? Это он стреляет этими разрывными. Так. Так, сафари удалось. А странно. Вот рельсы. Залиты кислотой. Я практически уверен, что это здесь. Я поэтому ищу все это дело. Слушай, а может рельсы имеется в виду какие-нибудь эти, которые, ну, скажем так, досягаемые для нас? То бишь они где-то на полу находятся, да, рельсы? Да черт его знает. Помнишь, мы ж тут проходили всякую хрень, это вагонетки и подобные ересь. Может там где-то рельсы? Не, я прям уверен, что здесь, потому что они по порядку будут стопудово. Блин. Где? Под залитыми кислотой рельсами. Ну знаешь, да, принципе... залитыми рельсами это назвать сложно, потому что они, во-первых, наверху находятся. А залитая может быть только внизу. Ай. Бум. Ну, любопытный, хорошо сейчас получил. Ну, не так, чтобы и хорошо, но и неплохо. Ах ты, садист, мало тебе было, да? Сейчас дождешься, выстрелю в некрофаг. Паразит, ты ведь и выстрелил, ну ладно, ладно. Ух ты, блин, это что еще за пакость? Почему меня лупят они? Блин, больно же. Так и быть, помогу тебе замочить его. Так. Ты, Икси, правда Блин. Помог. Угу. Нет. Уф, господи, бежит, куда прыгнуть. Винтовочку какую-то дали. Но она беспонтовая, правда. Черт, я в ступоре прям. Ай, блин! Она так смеется жестко, когда ты попадаешь под эту фигню. Хрюкает еще, блин. Притом реально хрюкает. Кто хрюкает? Да вот твоя героиня, когда в кислоту падает. Да, похрюкаешь тут. Смеется, серьезно, хрюкает и смеется. Блин, я, короче, в ступоре, не знаю, что. Ну, пойдем дальше. Сейчас тут будет море этих зверья. Скиньте силы, ничего себе, двинь. Блин. Дихлофосова на вас всех нету, уроды. Тут будут эти червячки. Вот тут вот вполне может быть что-то типа затопленных рельс. В таких углублениях. Ага, вижу я твоих червячков.
моих. Пригласил вот. О, как ты их пригласил? Я их приглашал. Они сами всегда приходят. Блин. Тебе мать, а? Какой? Ой, ой, ой. А что так не по-детски-то, а? Че, сейчас опять будет этот мега огненный? Я его помню, блин. Да не, не надо. Я понимаю, что не надо. Но ведь он может. Не, не может. Мне приятнее думать, что он не может. Текс. Аптечка сзади. Позади тебя. Вторая аптечка. Бери, пока не поздно. А тут даже три. Это же хорошо, что-то бери. Я недоволен. Плохо, что тут аптечка. Аптечки с собой нельзя толкать. В первый, толкать. Можно, в первый можно было. А я в первый не играл даже. Когда же был? Там 2008 год какой-то, да? Не помню уже точно. Когда Border первый вышел. Не помню, честно говоря, уже. Я помню еще. Короче, еще в школе друзья играли у меня. Блин. Началось. Да не говори. Музычка какая-то. Прикольно. Вестерн. Ну-ка. Да, не говори. Ух ты, едрить колотит, ты чё такой попрыгучий? Отвали от меня, животное! Блин, ты его уже грохнул. А мы бежим, 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 бежим. Так. Так, я вот так отойду от хелпа. Так, вылечься, сразу хелп возьми. Он там позади, наверное. Блин, вот ты поражёливый. Весь хелп собрал, блин. Ну ладно. Да все бы ничего, если вот это их не дурацкая способность их притягивать. Бесит прям. Да, меня тоже крайне бесит. Вообще я во всех играх, как правило, боец такого дальнего эшелона. Типа снайпера. Не особо любитель встревать в открытый бой. Да-да, подальше бы отойти. Так, чё там? Ага, лезут. Меня всегда поражало. Ты прикинь, какого, сколько дури надо иметь, чтобы вот так вот машину такой огромную, огромную такую инсулин повертеть. Ах, ядрить колотить. Вижу. Сейчас ты по одному меня получишь. Есть, снял ты его, вот да? Вот так вот. Отлично. Да, он смерть свою к себе же присосал. Дурачок. На тебе гранату. На тебе еще одну. На еще одну. Сейчас там будет фейерверк. Как я паскуда? Ох, блин. Да не говори. Да. Тот уже. Веселуха, ха, еще один есть где-то здесь. Недалеко. Давай вперед пройдусь. Он вылезет. Надеюсь. Застрял где-то, что ли? Да, нету. Ну, не красную точку сверху, видишь? Сверху, правда. А, вон. Сверху летает летчик. Птичка. Угу. Приземлилась птичка. А, музычка-то классная. Так, 621, 390, 307, 304, так себе. Так, я не понял. Вот склад на берегу. Блин, вот эти...
меня вот эти вверху, которые летают, нервируют малек. При бабахе. Сразу русскую стройку вспоминаю. И анекдот. На рабочего упала 12-тонная плита. Хорошо, что он имел каску на себе. Ага. Слушай, она от тебя без ума просто. Да, прям есть. Не может оторваться. Я 30 уровень получил. Поздравляю. Удивительно, кстати. Ой, там пушка, кстати, какая-то прикольная. Возьми, посмотри потом. Кислотная возьму. Сейчас вот этого только отстрелю. Так, все взял? Блин, хотя бы черт, почти там что-то характеристика. 4000 урона было. Мы на складу, на берегу. Где, блин, хрень? Че там надо? Да, ты все паришься по поводу задания. Ну а чё? Чё мы сюда приперлись? Ну не знаю. Я-то просто так фоном. Так. Выходные, черт побери, удались. Никто по работе не достает, прям такая ляпота. Так, что у нас? Рейнджер делает вам лучше практически во всем. Нифига себе. Конечно, заапдейтим. Так, награды, жетончики. Ох, нифига, жетонов 5 штук целых. Задышка подзарядки. Шансами, да. Эй! Кто меня лупит? Какая паскуда? Птичка. Я эту птичку сейчас спущу на пол. Это, кстати, вариант. Птички вот эти. Сейчас вспомнил. Птички похожи очень на старый такой тайтл. Он прям первая часть стрельнула, а все остальное как-то ни о чем было. Вот. Это эти. Звездный десант. Ага. Там такие же птички эти были, летуны. Я когда смотрел большие переростки из интереса другие части, у меня складывалось впечатление, что их делали какие-то вот любители. Вот просто, знаешь, как вот. Да, знаешь, как фан-фильм. Да, копируют эти популярные фильмы и делают с маленьким бюджетом. Причем все настолько дешево, настолько убого вообще. Прям страшно смотреть. Угу. Блин, это беспредел какой-то. Притом самое удивительное, что там даже герои, это, собственно, частично были те же, которые снимались в оригинальной картине. Вот что меня больше всего удивило. Как они вообще туда, не знаю, согласились сниматься в такой дряни. Сдуру, исключительно сдуру. Maybe. Слушай, я не знаю, какого хрена мы здесь делаем. Я так думаю, что пришло время отсюда сваливать куда-нибудь в какое-нибудь более интересное место, где что-то будет хотя бы происходить. Ну, кроме резни. Нет, резня, конечно, хороша, и тут все весело, я понимаю, но моя душа жаждет квестов. Ну пошли, чё? Да уже иду. Фейлы тоже бывают. Да, это один из них. Если кто-то, да кто, наверное, многие проходили, наверное, уж играли-то как минимум, может быть, вы помните этот квест. Укажите нам слепым, где там, что надо искать, что за сокровища тут такие пиратские неизвестные мы профукали. Ну, чтоб тебя. Я думаю, с нашими пушками, что бы это ни было, это будет все равно не так круто, но, блин, любопытно, черт возьми. Ну, с кем ты там подружился? Тихо. А что-то у меня вообще никакой реакции на них. Да я заметил, блин, я ж обижен был. Так, ладно, к черту. Так старался, блин. К черту этот квест. О! О, вот это вот. Отлично, вот сейчас будет куча фейлов, потому что уровень требуемый 29. Сложность нормальная, но я чувствую, что в кооперативе это будет весело. Мы идем истреблять демонов в Линчвуде.
Помнишь городок, где мы банк грабили? Напоминает мне какого-то Ван Хельсинга. Да-да-да-да-да. Ван Хельсинга какого-то напоминает. Отлично. Городок Личу. Так и должно так. быть. Мы же находимся на демонах. Да, я помню. Какие тут нафиг демоны? Тебе еще музычка тут нравилась. Угу. Вестерн, блин. А, тоже, может, мы встретим нашего этого друга. Барбоса вот, откармливали все. Он как раз в этих пещерах ведь должен где-то обретать. Ца. Так, ты наверх поднялся, да? Не-не-не-не-не, я бегу направо, по каньону. Угу. Тут вот скаги бегают, я так. сейчас... Бу-бу-бум. Че такое? Он просто ноль внимания ящиков, на меня. Не могу обойти их стороной. Все в надежде, что что-то будет интересное тут. В ящиках. И раз от раза я... Нифигашеньки не получаю ничего. Кстати, друзья, объясните нам с любопытным, почему я в 41-й, кажется, серии просто молчал. Я, честно слово, пересмотрел ради этого всю серию и не понял, где я там молчал, собственно. Нет, я говорю, мне вот просто интересно. Мы когда этот вопрос обсуждали, я говорю, я не исключаю возможность, что просто нас путают. То есть я иногда бывает молчу. Да, вот была теория. Вот. И может быть имелось в виду, что я молчу, но вот именно в этой серии я вот тоже посмотрел. Вроде мы как-то эквивалентно в одинаковой степени трепались. Интересно просто. А у меня подозрение, у меня такое, знаешь, показалось, чуть-чуть вот показалось, что возможно, когда еще люди смотрели, да, возможно, допустим, что-то не подгрузилось, или какая-то часть в каком-то разрешении плохо там загрузилась, или еще что-то. Ну, короче, техническая часть, знаешь, допустим, мы загрузили серию одну, а получилась она испорченная, допустим, или еще как-то. Вот я еще вот это вот предполагал. Ну, ты смотрел ее? Что, допустим, уже на ютубе на 480p, например, на 480p, например, там, не знаю, вот как раз вот не работали там часть звука или как еще как-нибудь, вот как-то так. Хотя нифига себе, это та самая дрянь вышла, которая это мама Дукина. Чувак, ты был прав в прошлой серии, помнишь, когда мы лечили то нос ему стрелять надо. Блин. А кто по мне садит? И пардон, еще в попу. Еще в попу можно стрелять. Тоже помогает. А там еще и это. Сейчас я убить попробую. Ох ты ж, блин. А нет, он там валяется. Ни хрена себе она мне всадила этим лазером своим. Да я не знаю, что ты это, Майся. Я вон смотрю, где сейчас нахожусь, и нормально. Еще под живот. Под низом у нее. Да, и как я предполагал, в рот. Пулять. Нифига себе! Очуметь. Два выстрела я оказался никчемным. Ах ты ж, блин! Стреляй по этим, по солдатам. Которые по углам стоят. Стреляй, 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 я не. А, блин, блин. А, успел, да? Да, да. Каким-то странным образом. Дело в том, что я не успел ни по кому стрелять. Блин. Я стараюсь, братиш, я стараюсь. Ах, блин, о-моё. Нифига себе. Вот это. Давай, садит. Сейчас я попробую вот так сделать. Где там солдат можешь... это? Подожди, 5 секунд. Я за камнем сховался. Ты можешь стрелять по этой, по большой дряни? По большой нет. Я не достану. О, блин. А, дуречь. А, черт, сдох. Ну,
Но ты добьешь. Да. Добил, но тут еще стреляет. Помимо этого еще по мне стреляют всякие уроды. Таким макаром, конечно, выжил бы только один. Тот, кто в нее попал бы. Жалко, блин, что я этого не видел. Съемка-то идет с моей камеры. Да, есть такое. Что там происходит-то? Так, ну мне тоже здорово досталось. Да сейчас уже повылазили со всех сторон засранцы, эти людишки, и моя пушка потихонечку отрабатывает их. Да там. Вот и посередине что-то... появился вопросик, там валяется какая-то дрянь непонятная. Ну, сейчас я подниму. Тебя обожду, ага. Когда ты придешь. А, ну это тот самый, которого мы, скажем так, вылечили. Он все это время просто вертелся, крутился, и ему вообще, вообще пусто было, по-моему. Да, понятно. Что тут происходит? Еще знаешь, что тут есть? Ох ты ж, нифига себе. Иди сюда и выбирай оружие. Нифига себе. Очень неплохая снайперская пушечка вроде как. Иди сюда. Иду. Что-то у нас. Вот еще одна тебе снайперка, смотри. Там знаешь какой урон? 2500. И вот тут, смотри, еще. Дробовичок. Так, а здесь у нас что? Фигня. Да. Ну, из них-то ничего бы и не выпало толкового. И вот смотри. А, это щит просто. Так, а у меня сколько? 1600. А поглядим, что у нас тут. 1200. Что, о, так мне тоже дали. Да, конечно, это за квест. 2400, да? Да. Ага. Неплохо. Плюс 65% урона и плюс 50% урона в ближнем бою. Нифига себе. И тоже Якобс. Это круто. Господи. Косил, косой. Жесть. А что у тебя скороговорка, блин. Написано? У меня просто плюс 65% урона. А, даже так? А у меня еще этот... Плюс 65% уронов и плюс 50% урон в ближнем бою. А, нет, у меня вот так вот у меня без лезвия. А у тебя вообще с этим, с прицелом она? А я ее взять помогу. А, подожди, ну-ка. У меня она без так прицела. Я ее тоже взять могу, ну-ка сейчас посмотрю. Сейчас гляну, погодь. Да, она мне тоже без прицела. Вот она, вот так она выглядит. А у меня, видишь, без этого, без лезвия. Ух ты, она как карабин. Перезаряжается, так знаешь, как это. Ага. Жесть вообще. Ну попробуем. Старинная такая винтовочка. Попробуем с этой слонярой бегать. Можно попробовать, да. Я это, кстати, хорошо, между прочим. Она такая убойная будет в средних, на средних дистанциях. Угу. Без прицела. Так, и че я там еще цапнул? Больше ничего нам не дали там? В смысле? По квесту нет? Нет. Ну, то я думал, может еще халяву какую кинули. Ну, видимо, я размечтался. Понятно все. С вами. Гадя Петрович хреново. На, нет, это... Так. Вроде похуже. Нет, и сколько там? Так, а это что за сранец? Вокруг него столько трупов, а он тут вертится, крутится, блин, как ни в чем не бывало. А? Теперь бегает. Я его разбудил. Малый. Приколист. Ну, правда, ему тут жрачки теперь на года 3 хватит вперед. Да? Только трупов валяется. Ну да, можно нет, не париться. Где говорить? А вообще интересно, тут, знаешь, такая типичная такая база какого-нибудь злого гения, знаешь, там в скале. Анти-Бэтмен. Так. А между прочим, вот шутки шутками, Evil Genius, игрушка такая была замечательная. Вот. Станика, я вот все жду. От этих разработчиков, когда же они наконец-то продолжение выдвинут. Вот Амерто, они же как раз разрабатывали. Так вот, Вейл Джиниус, как раз злой гений, строил свою базу в этой. Вот сразу хотел сказать, блин, забыл. В пещере. Угу. Так, ладно, в любом случае пора завязывать с этой серией.
Она какая-то такая странная получилась. Ну-ка. Что-то мы сделали как-то. Вверх посмотри. Маловато. Смотрю. Салют. Ох, ну-ка, какой. Сейчас. Погодь. О, пошло дело. Отлично. И на этой зрелищной ноте мы прощаемся с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Комментируйте, как мы тут лажали. Ну, всем пока.